В Атырауской области на грани срыва строительства дорог. В этом году в регионе планировали обновить около 60 километров дорожного полотна в областном центре и в пригородных населенных пунктах. Однако из-за несвоевременной поставки строительных материалов на некоторых участках работы пришлось остановить. Как решают проблему, узнавали мои коллеги. Балыкшы зарослый. Этот участок дороги протяженностью в 5 километров соединяет 5 населенных пунктов, расположенных вдоль него. Привести в порядок разбитую трассу местные жители просили уже давно. К реализации проекта приступили лишь этой весной. Планировалось строительство двухсторонней 4-полосной автомобильной дороги. Однако едва начавшись, работа приостановилась. Причина – несвоевременная поставка стройматериалов. Работы по графику должны были завершить 1 июня. Недостроенным остается участок в 400 метров. Нет щебня и инертных материалов. Поставщики ссылаются на отсутствие железнодорожных вагонов. По проекту на этот участок нужно около 2000 тонн. Такого объема у нас нет. В итоге простаивает с десяток единиц техники. Остаться не у дел рискуют и сотни рабочих. Решить проблему обещают местные власти. В настоящее время своими силами подрядчикам построено около 2 километров дороги. Нехватающий объем инертных материалов заказан и уже в пути. Ожидаем поставку со дня на день. 20 числу планируем сдать дорогу в эксплуатацию. К слову, дефицит строительных материалов сказывается и на сроках сдачи социальных объектов. Из-за резкого скачка цен и несвоевременных поставок в регионе задерживается сдача 5 школ и 2 медучреждений. Райхан Ташбаева, Рустамбек Кинже, Амантай Матенов, Атырау, Хабар 24.